О, началась запись. Опять звука нет, что ты будешь делать? А, есть звук. Нормально, пошла музыка. Отлично. Конфифи. Конфифи, не знаю, что такое. Истина означает конфифи. Значение конфифи. Не знаю, что такое конфифи. Знаю, что такое истина. Так. Нет, что такое истина, я тоже не знаю, но знаю определение этого слова. И ранее слышал, в некоторых случаях использовалось это слово. Слово истина. Играем дальше. Это моя подземная ферма. Ярус номер минус два. Второй ярус у меня вниз. Есть вверху ярус, есть внизу ярус. Пока что только два яруса готово. Вот он, верхний ярус. Где он? Ой, прошел лишнее. А. Да. О, пшеница созрела. Ну-ка я ее соберу. Много созрело. Повезло же мне. Надо сразу сажать. Так, надо погромче чуть-чуть сделать. А, вот так. Да, оттенок пшеницы меняется в зависимости от близости факела. Факел близко. Пшеница имеет другой оттенок. Вот она. Так. 80 блоков засеял, и они уже у меня созревают, пока я рядом нахожусь. Так, не забыть воронку построить, поставить там внизу. Хоппер, хоппер, хоппер. Все. Так, мне показалось, что вода не утягивает все-таки созревшую пшеницу. Если я рядом стою, пшеница никуда не уходит. Что-то здесь темновато в конце. Но вроде растет, грядка не осушается, значит все в порядке. Уровень освещенности удовлетворителен. Сколько у меня пшеницы? О, 45 единиц. 45 охапок созревшей пшеницы. Так. Скоро надо будет возвращаться за материалом. У меня закончились. Забор закончился. Что-то еще закончилось. А, нет мотыги. Мотыгу нужно найти. Так, раз, два. Раз, два, три. Так, сюда вышел. Так, тут мало. Дальше надо двигаться. Копаю, копаю. Рутинная работа. Да, в Майнкрафте это есть.
Стейк. Раз, два. Ага. Три. Раз, два, три блока, четыре блока. А, четыре блока, все. Четыре блока от воды. Где земля? Вот она. Готово. И три блока еще от грядки. Так, здесь я поставлю. Ой, где поставлю? А, да, здесь поставлю факел. Вот так вот он будет стоять. Кирка пригодилась, запасная. Только что сломалась кирка у меня. О, железо нашел. Как удачно. Так я буду и алмазы находить. Вполне возможно. Я не остановлюсь. Unstoppable. Неостановимый. Ну, блок. Ик. Вот железо набрал. Сколько блоков получилось железа? 12 блоков железа. Пригодятся. Я их переплавлю. Так, вот столько будет у меня земли. Вот еще земля. Тут сколько? Тут надо еще копать. Факела. Да. Вот, теперь светло. Теперь светло. Так, чуть-чуть в ту сторону надо распространить свое влияние. Три блока есть. Факел на всякий случай. Сюда тоже факел. Угу. Так, сколько здесь блоков? Раз, два, три. Еще один блок земли здесь нужен. Уголь. А зачем мне нужен уголь сейчас? Угля уже очень много у меня, даже за ним не охочусь. Факела есть. Оп.
Еще земля. Раз, два, три, четыре. Все, здесь готово все. Так, нужно забор притащить. Или покопать, или забор, за забором сбегать. Не, покопаю немножко. Подолблю камень. Ой, лагает. Почему-то. Все, а у меня запасной кирки нету. Ну, я пошел тогда. Что ж тут делать? У меня нет мотыги, у меня нет запасной кирки. Пойду-ка я туда. И могу уже бегать. Еда есть, могу бегать. Теперь быстро. И ступеньки надо будет сделать. Или не надо. Или блоки лестницы. Так, мотыга где? Так, сначала булыжник. Выкину весь. Пум-пум-пум. Потом. Так, здесь что у меня? Мотыга. Беру мотыгу. Гранит не нужен. Земля пока не нужна. Железо пока не нужно. Кремень не нужен. Диорит. Гравил. Забываю все время, как это назвать. Гравил. Гравий. А, вот так. Опа, 18 хлеба есть. 18 кусочков хлеба. Это уже много. Можно сражаться. 3 дня можно сражаться. Куда я пойду? Я пойду сейчас на ферму. Опять на свою ферму. Значит, мне нужно сделать одну мотыгу и заборы. Пум-пум. Мотыга. А, кирки нужно еще. Кирки. 4. Андезит убрать. А еще дерево пригодится. Тум. Так. Вначале... А, ну-ка, мне семена не нужны, я семена тоже скину. А, нет, семена нужны, сейчас будут. Так, сначала я кирки сделаю. Кирки. 4. 1, 2, 3, 4. И потом забор нужен. Много. Забор. Доски и палочки. О, отлично. 54 забора я построил. 54 секции забора. Семена есть, в порядке. Ну все, вроде бы. Пойду. Так, скину лишние. А! А! Ну-ка я сделаю. А, мне нужно сделать воронку из железа. Заберу-ка я железную руду тогда. Железную руду забираю. Железо я забрал. А, о, семена. Воронку надо сделать из железа. А для этого нужны сундуки, чтобы воронка была. Где они? Так, одну воронку поставлю. Ведро есть? Ну, еще ведер наделать. Сначала воронку. Где она у меня тут в рецептах? Вот она. Ага, сундук. И 5 железа. Раз. Готова воронка. И теперь мне нужно сделать... Ножницы пока не нужны. Ведро лавы. Еще одно возьму. Для лавы. А, и еще одну воронку. Нет, 2.
Ну а что делать? Да, нужно еще. Аппетит проснулся. Раз, два. Дай. Раз. Два. О, их можно в стек. Блеск. Три воронки есть у меня. Так, страшный звук. Вон они ходят. Ой. Так. Дверь закрыта. Дверь никто не ломает. О, крипер меня ждет. Ай-яй-яй, крипер. Плохой. Тык. О, железо еще это возьму. О, тут у меня были косточки. А я не знал. Так, палочки у меня тут есть. Стрелы есть. Здесь у меня. Так, сундук я здесь скину. Нет. Сундук здесь скину. Есть. Так, значит, печка. Вот печка. Вот. А, сундук зачем я его скинул? Он мне сейчас и пригодится. Вот, сундук здесь будет. О, а где кирка? Кирка, вот она. Оп, никого там. О, где его поставить-то? Нет. Этого я не могу сделать. Лыжник пусть здесь стоит. А здесь будет... А, нет, я сделаю все-таки. Так, да, факел поставлю. Пусть факел торчит. Торч, торчит факел. Сундук. И теперь... Как воронку ставить? Что-то я не помню. А, вот так. Нет. Не эстетично. Очень мало места у меня здесь. Здесь нужен топор. Поставлю по-другому. Вот так воронка будет. Ах ты. Так. Вот здесь воронку поставлю одну. Оп. Поставил. Землю обратно. И вместо булыжника. О, так, ну здесь нам нужен факел. Чё? Оп. И воронка сверху. Вот как она будет. Вот так. Оп. Воронку все загружаю в эту. И в эту все падает. А ведро будет... Вручную загружаться. Так, что буду я переплавлять? Железо сначала. И железная руда, что? Не, не вариант. Только сверху, что ли? О, дело дрянь. Да. Это для топлива у меня сбоку. Сбоку топлива. Не вариант. Сверх, что ли, надо ставить? Не хочу сверху-то. О, косточки горят. О! А крипер-то все равно там тусуется. Вот. Не очень то, чего я хотел. Ну ладно, гори. Гори, гори. Ага. Железо есть. Пу-пум. И в эту воронку я еще булыжники хочу засунуть. Ну, люблю я кирпичи каменные. Для этого нужны булыжники. Так, хлеб есть. Мяса пока у меня нету, есть хлеб. Так, и эти булыжники тоже.
туда запихну. Пум, пум. Так, забор построил. А, где у меня эти забор-то? О, 54 секции, нормально. Все вроде. А, сундук не пригодился. И одна воронка у меня пойдет на ферму. Ну и из этих, из этого железа я сделаю ножницы. Эй, пригодятся. Shears. Shears. Это глина. Где-то Димон ее нашел. Все взял. Все ли я взял для фермы своей? Вроде все. Пойду воевать. Стрелочка. Это такая стрелочка у меня. Тут где-то недалеко лава. Неплохо было бы ее найти, потому что она все-таки недалеко у меня здесь. Так. Так, это у меня самый низ. Ну-ка я поставлю там воронку. О, два блока там. Тем более, не грех. Ну-ка, пшеница созрела. Чё, она не падает, что ли, туда? Не падает в воду? В воду не падает оно? А, во, шифтом, а. А в воронку-то не упало ничего. В воронку ничего не падает, удивительно. По воде не плывет вниз. Ничего. А. Очень странно. Все равно воронку я уж раз поставил. Не буду убирать. Может быть, пригодится потом. Ну-ка, маленький эксперимент. Если я воронку здесь поставлю, вода, наверное, растечется. Но я проверю. Воронку поставлю сюда. Да, вода растекается. А! Растекается, причем навсегда уже. Подобрать надо эту воронку. Ну там факелов нету. О. Все, это кранты. Как же мне без земли быть? Ну, ладно. Придется топор ломать. Оп. Все, с этим я закончил. Так, сюда воронку. Так, не захлебнусь. Ну, на всякий случай, пусть будет воронка. Ой, ой, ой. А если я здесь блок где-нибудь сделаю вот так вот в серединку? Который будет преграждать в воде. Проток вниз. Да. Не представляю, как это все реализовать пока. Зазор нужен больше. Не 3 блока, как сейчас, а 5-6 блоков. Так, ладно, продолжаю чуть-чуть копать.
Так, уголь. Да, уголь я заберу. Что бы значил этот звук? Что бы значил этот звук? Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Я слышу лаву. Так, ставлю заборчик. Где он? Вот он. Вот он. Так, а здесь я не могу поставить забор. Как же я на уголь? Нет, на уголь забор ставить нельзя. Это кощунство. Оскорбление святыни. Уголь надо выкапывать. Его все-таки не так много. Ну, вообще... Такое большое количество факелов, если я из угля буду делать только факела, то факела просто некуда будет ставить. Очень много угля. Да, действительно, есть, можно собирать. Но его не так много, чтобы игнорировать его присутствие. Еще уголь здесь. Много угля собрал. Если зачаровать кирку, то угля можно собирать еще больше. На удачу, наверное. Зачаровать кирку на удачу. Ой, нужно сбегать на остров. Съездить. Сплавать. Взять лодку. Сплавать на остров нужно. Оп. Так, уголь выкопал. Здесь у меня булыжники. Больше булыжники я никогда не буду использовать, потому что лава плавит эти булыжники мне на камень. Переплавляет, и я буду использовать каменные кирпичи для строительства. Все, мотыга и будет хлеб. Где мотыга? Сломанная сначала мотыга. Оп-оп, быстро-быстро вспахать. И еще у меня есть одна мотыга. Вот она, каменная. 80 блоков, 80 блоков, она у меня легко спашет. И вечная грядка. Грядка вечная. На ней можно постоянно сажать.
что-нибудь. И потом собирать. Потом опять засеивать. Непрерывно. Вечная грядка. Оп. 80 семян нужно мне. Так, засеял. И внизу будет тыквенная плантация, пожалуй. Тыквенную плантацию внизу сделаю. 80 блоков земли есть? 2 блока земли есть. О, хорошо. Там что происходит у меня? Ну, тоже кое-что созрело. Вот так. Сломал, сразу посадил. О, пропустил. Ну да. Пока у меня это не автоматическая ферма, пока так. Автоматически Димон ломает сразу. Бессмысленно и строить. Итак, сколько у меня пшеницы уже? Уже 26 пшеницы и 18 хлеба. Можно и воевать, и бегать уже. Все. И у меня 160 блоков засеянных пшеницей. Замечательно. Скоро все это взойдет. Если я буду рядом крутиться. Если отойти от фермы, то ничего не растет. Эйк. Интересно, где же эта лава? Вверху, может, где-то? Может, я ее там найду? Попробую сейчас найти. Осторожненько. И возьму 2 ведра лавы сразу. Угу. Громче стало булькать. Я где-то на верном пути. Не булькает. Значит, я ушел с верного пути. Так. А, опять слышу. Бульканье. Главное сейчас вперед не нажать. В лаву не прыгнуть. Как у меня это уже много раз бывало. Пробиваешь блок вперед, встаешь на его место автоматически, а там лава. Не успеваешь отреагировать. Так. Так. А, надо двери сделать что. Я близко к поверхности земли.
где же лава? Может, внизу? А, где-то внизу. Окей, пойду вниз. Еще кирка есть. Слышу. О, так, пока нет ничего. О, уголечек. Так, соберу уголь. Только в лаву не попасть. Мне. Время сколько? О, скоро 5, скоро Димон придет. О, громче стало булькать. Прям скажем шагом, все громче и громче. И уже лаву я смогу здесь забирать из этого места. Из этого бассейна. Так, уголечек соберу. Оп. Так, вот слева я слышу, вот там лава. Угу. Больше, больше угля. Вот, 120 факелов могу сделать еще из 40 штучек уголечков. Нет, не 120, 160. Это почти 3 стека. Здесь булькает. Слышу, слышу. Осторожно. Сверху нет лавы, где-то впереди или внизу. Так, спокойно. Это звук означает, что сломалась кирка. Последняя кирка есть у меня. Так, или сверху, или снизу. Наверное, снизу. А значит, я могу туда провалиться, если под собой. А, вот громче. Оп! Вот он момент. Сейчас, если бы вперед встал, чтобы блок подобрать выпавший, все, сейчас бы меня не стало. Ой. Никто, не ту кнопку нажал. Так. Ну что ж, я туда пойду теперь. Выкопаю подход туда. Так. Аккуратненько. Не провалиться.
Почти. Так, теперь на блок ниже. О, плаваем небольшое озеро. Ой, пришел, можно сказать. Потихонечку, терпение. Вот оно сейчас будет, лавовое озерцо. Лавовый пруд. Все. Теперь два ведра у меня есть. Я наберу лаву для печки. Оп. О, какой большой запас лавы. Одно ведро лавы — это 100 блоков переплавленного булыжника или 100 кусочков говядины, стейков жареных. Их вон сколько здесь. Да еще, наверное, не в один уровень, не в один ярус. Это глубокое озеро лавы. Там вниз еще какие-то блоки есть. Так, как теперь мне... А, надо факела поставить, не забыть. Что... Нельзя забывать, что лава своим светом не предотвращает появление скелетов. Или криперов. Поэтому надо обязательно добавлять искусственное освещение в эти места. Эйк. Как дальше? Где-то там. Эй, выход. Выход был где-то там. Угу. Лава, 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 лава. Так, где тут у меня выход? О, это выход. Ух, как я эту лаву найду? Это не выход был. О-о. Это катакомбы. Из которых теперь я не выберусь никогда. Так, лава там, значит. Да елки-моталки. О, кажется, это выход. А, это ферма. Значит, мне с лавой туда. Ступеньки поставлю везде. Лестницу. Не, наверное, лучше ступеньки, чем лестницу. Ступеньки лучше были бы. Так, лаву отдельно. Пшеница. Пшеница. Ну что же, я построю еще. Сделаю хлеб. Испеку хлеб. Печется он без печки, как ни удивительно. 27 кусочков хлеба есть. Лишнюю пшеницу сложу. Уголь. Ай, не нужен он сейчас. А все, в общем, сложу, не нужно ничего. Какая у меня сейчас задача будет? Так, беру меч, кирка, лопата. Хлеб. Факела. Сколько у меня есть? Много факелов-то. Я не вижу. Ну ладно, сделаю еще факела. Тогда. Да? Эй. Пум-пум-пум. Палочки. И факела. Все. Сделал. И излишки уберу. Излишки палочек, излишки факелов. Два стека факелов. Достаточно. Три стека достаточно. Это у меня... О! Это же у меня блоки угля. Ну ладно.
компактнее хранить будет. Все-таки в 9 раз компактнее. В 9 раз больше будет помещаться. Так, лук надо взять. Я пойду за бамбуком сейчас. Два лука беру. А, я их починю сейчас. Их же можно чинить. Раз они не зачарованные. Оп, починил. Стрелы надо взять. Где они? Не вижу стрел. Вот они, 8 стрел есть. Удочка пригодится. Таблички, лестница. Забор. Топор. Еще один топор надо сделать. Для топора нужны булыжники. Топор. Оп. Готов топор. Удочка есть. Все. Лестница. Стрелы есть. Удочка есть. Ну все. А, где у меня кирка? Кирки-то у меня закончились. Надо еще две делать. Все, теперь лишнее все убираю. Палки. Там. 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 Лопата. Там. А, так. Топор. Ну все, снаряжен. Теперь наверх. Так, как будет это крипер? Так, а бамбук в ту сторону. Так. Где крипер? Крипера нет? Крипера нет. Это я. Шагаю там. А, лодка где-то у меня была. Надо же на лодке доплыть. И узнать координаты. А потом прокопать туда туннель. Хорошая идея. А лодку Димон где-то сделал. Она здесь есть. Вот она. Все. Все хорошо. Поплыву туда. И все. Бамбук где? Я там ел где-то бамбук. Поплыл я. Поплыли. Вон он. Кто это? Какая-то рыба. А, рыбачить же можно. Удочку я не взял с собой? Взял. Замечательно. О. А, вон там бамбук. Отлично. Там и возьму. А, надо было факела понаставить. Так, скорее посадить уже, чтобы рос. Хотя бы здесь. Раз, два, три, четыре. Вот, уже 6 ростков будет. Так, теперь факелами все засадить. Факела побольше было, факелов. Чтобы скелеты не появлялись на этом острове. Никакие. Оп, оп. И координаты надо узнать. Ой. Записать надо координаты. Еще, наверное, игре конец. Чтобы сюда туннель прокопать, надо координаты. Так. Минус 38. Нет. В другом месте. Ну да. Вот здесь. Пум-пум. Что это? О, где тут? Так. Минус 15. 63. 132. Вот туда я буду копать.
Каны, сугарканы. Сугарканас. Сахарный тростник. А координаты дома-то я не знаю, я мог бы отсюда прокопать. Ой, надо бежать домой. Или воевать уже. Придется. Ай. Ой. А, поплыл я домой, в общем. Как-то безопасно. Надо доплыть. Чтобы никакие монстры меня тут в море не настигли. Не поймали. Так, это я здесь землю понаставил. Хотел грядку здесь сделать. Но появились какие-то монстры. Пришлось отказаться от этой идеи. Так. Безопасно? Факел оставлю. Чтобы было еще безопаснее. Чьи шаги? Оп! А, это птица! Птица! Ах ты, противная птица. Ну-ка, я тебе сейчас... А, там еще и скелет. Ух. Ух, гад. Ух, я тебя сейчас расстреляю. Хоп! Ударил? Ударил я его, нет? Не знаю. Нет, наверное, нет. У меня броня. Хоп! Ударил. Да, получилось ударить. Ночная схватка. Ух, какой страшный. Оп, не попал. Может быть, из-за лагов? Где он? Не вижу. А, вот. Фантом! О, скелет меня видит. Стреляет в меня. Где он? Ах ты, гад. Ау! Вот тебе сейчас я покажу. Этот сдох. Фантом! Фантом где? Ну-ка, ну-ка. Еще и паук. Что тебе? Получил. Ха-ха. Попал! Есть! Что мне от него досталось, кроме опыта? О, мембрана фантома. Паучок сейчас тоже получит. На криперов бы не нарваться. Все, а криперы, чтобы меня не тронули. А то тут взорвут все. Эй, все. Все, день. И я отдыхаю. Лавы нет. Отдыхаю.